Всем привет, с вами Стив Про. С вами покажу мод, который добавляет гигантскую свинью в Minecraft Pocket Edition. Так вот, пускай загрузился мир. Все вещи лежат в моем сундуке. Для этого, для призыва свиньи нам понадобится свинин блок и адская звезда. Чтобы вызвать ее, нужно тапать адской звездой по блоку. Так, и сверху у нас должна прилететь свинина. Точнее, огроменная свинка. Вот она у нас прилетела. Взорвала несколько блоков, точнее, много блоков. Так, собираем. Ну, я их не собираю, я просто, у нас почти собрался стак. Давайте соберем мясо, точнее свинину. Так, вот такая свинка, очень большая. Как видите, текстура у нее не очень хорошая, но... Ну, для развлечения она пойдет, чтобы с ней поиграть, так сказать. Вот. Вот она что-то загружилась, опять побежала. Опять зашла туда внутрь. Ну, вот, как видите... Морды у нее нет. Она безлицая. Вот сейчас она, походу, смотрела на нас. У того есть лапы. Также нет хвоста. Вот она опять загружилась. Походу, она хочет танцевать. Ну вот, видите, вот такая свинья. С помощью двух вещей мы призываем данного моба. Он очень большой, но на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.